Такс. Да не ту, господи. Так. Блин. Чё за нафиг, а? Интересно. С луком не так, ну ладно. Ну, по-моему, начинает светать потихоньку. Такой чушь, что этот уже был. Так, окей. От деревни. Но я, походу, уже расчистил проход в деревне. И деревню еще зачистил, к тому же на халяву. Так. Вообще по-хорошему вот так надо идти. Наверх и все. Вот спаунится засранца, вообще неудобно. Отлично, сразу двоим бошки. Двоим и третьего разрубил. Так, отлично. Должен сказать, что я не очень верю, что ты выживешь. Это, конечно, должно быть достаточно. Похоже, еще один выжил. Сходи, проверь это. Кто это? А я пока что готов, приготовил. Вы спокоен, когда вернешься, все будет готово. Не найдено. Так, скачать время прицеливания в голову, оказывать на разницу расположение диких животных, оленей, ланду и топиров в радиусе 40 метров. Быстро прицеливание. Ага, то есть я могу из инвентаря переключаться даже. Это удобнее, если я буду. Убегать, а мне нужно будет это. Прицелиться. Так. Палка. Самое тесное тут все же собирается, все собирать. Вот это я единственное, что понял. Похоже, на ворожке деревне я думал, что ты труп. А ты нет, отлично. Прорва
ворваться в мою хижину было не лучшей идеей. Я думаю, ты это уже понял. Как ты уронил эту адскую сковородку? Ша, я не знаю, как я сюда попал. Нормально. То есть вон туда надо топать. Вон еще палка, только ее уже он не хочет подбирать. Деревянный топор. Сильное оружие для ближнего боя. Вес оружия так и замедлится. И тут сразу еще кусок кремния дается. Так, ну, в общем, нам нужна палка и кремний. Совместить еще с этим. И получается деревянный топор. Да нифига он немедленный. Ну ладно, отправляемся. Ну давай, господи. Отлично. Да, у меня всякой хрени дофига. Так, ну, такая у меня, кстати, оказывается, есть. Так что надо сделать вот эту штуку. Добро пожаловать в Калаку. Миссия выполнена. Так, отлично. Ну, изучили коктейль Молотова. Так, смотрим, что можно. Чем можно поживиться? И можно ли... Нет, нельзя. Значит, это... Не знаю, наверное, типа Фомки нам должны что-то дать. Вот говнюк, а. Я-то думал, сейчас зайду, обворую его. А он нафига, он умный. Думаешь, зомби-мутант это излишь враги? Что-то, да? Ты сам себе враг. Нормально. Thank you.
Ну вообще, кстати, вот по логике, да? Ведь зомби на острове не должно быть бесконечное количество, как бы, да? А, то есть вот сюда надо забраться. Так, нашли мы солдатский шлем. Так, еще. Съесть, съесть. Ну, пожрали. Теперь можно тебя сожрать. Так. Так, отлично. Ну что, салага? Я тебе ещё научу, мать твою, как надо вкусы гадить, понял? А везложь немногим другим сонем, пей много, очень много. Без воды ты плохой бегун, и си у тебя сгульки нос. Так что помни, пей. Седьмая глава моего курса. О, господи, звали хлебало. Если нужно сужить нутро и мозги. Окей, время отолить жажду. На северо-западе острова есть торговец, найди его, напейся и возвращайся. Там вроде дикие звери, но не... Понял. Так. И тут нам еще одну гибкую ветку вручают. Так, еще один солдатский шлем мы дали. Так, ну в общем, мне надо топать наверх. Уходи, говню. Срубаем голову. Навеки вечные. Во имя Сатаны. Хай! Гитлер. Гибкая ветка. У-у-у-у. Кто проживает на днище Галимов? Кто меня сбивает с ног? Так, снова. Еще одна глава, которая нахрен пока что не нужна. Да, еще попьем. Еще пей. Пей, пока не усышься, ёпт. Так, зелье щит. Упоротый гриб и еще что-то. Ну, пей, пока не обосышься, господи. Ну, это, понимаю, уже выполнил задание, да, я выполнил.
тут и пройдем. Так. Отлично. Угу. Отлично. Пошли. Блин. В твой воркшоп. Воркшоп. Так. Тыль-тыль. Самодельное ружье быстрого действия. Да, отлично. Еще одну нам хрендаль. Так. Обучили нас готовить только что, да? Добро пожаловать в мастерскую, как нравится, еще бы здесь тонны полезных вещей. А, еще везде уже, даже у жмуриков. Угу. Вот, да, да, да. Так. Забили все вещи вставать. Так, проверим. Удачи, не облажайся. А я не только со стола свистну. Чтобы создать дробовик, найдите все запчасти. Так, самое важное, зажигаем костер. Так, теперь совместить. И это гениально. Конечно, может быть лучше, но для первого раза неплохо. Пошли исправим твою бушку, пацаны, что она способна. Да. Ну, очень похоже на этот, как его зовут там? Dead Trigger, по-моему. Или как так, я точно не помню. Трик, типа, усталость. Усталость убьет тебя, когда ты устал, ты делаешь ошибки. Если не отдыхать, тогда тело... просит, все будет валиться из рук, бегать, когда ага, конечно, не зачем звать, когда помню. Фил, скажи, касается выживания, слушай свое тело. Ага, нельзя спать, где хочется уже. Ага. Чтоб успус безопасно, где мое укрытие, скорее всего, его придется сначала зачистить, обычно там полно тварей. На востоке острова есть укрытие, твоя задача найти его, зачистить и лечь, вздремнуть. Конечно, тебе нужна экипировка. Получи патроны для самодельного дробовика. Так, наша теперь задача пройти чуть выше. Да это гениально, ё-моё. Да, нифигово. Так, ну еще тут одна лодка имеется.
А, один живой говнюк. Не один, нифига. Блин, а сложно... Я забыл, как сложно наводиться. Ну ладно. Пофиг, так, значит... Еще одна хрень. Пока временно не нужна. Так, кусок ткани. Че тут мне дали дробовик, я вообще перестал бояться. Я кого слышу? Так, а я могу пробить вот эту хрень? Могу с одного выстрела. Теперь пора защищать. Что-то тут не так. Почему-то игра чуть начинает подвисать. Так, отлично. А, о, можно сохраниться вот тут. Так, дверь не заперта. Закрываем дверь и можно ложиться спать. Так, ну что, настало утро. Задание выполнено, можно возвращаться теперь. Теперь он жрать хочет, засранец. Во, ну, съедаем, конечно же. Так, совместить. Выглядишь бодрее, сон, то ли чудеса, красота, правда? Так, новый уровень. Так, замедляйся. Угу. Так, значит, счастливая стрела. Не нужно ловкость, позволит без лежать. Быстро, угу. Лучше последний охотник, чтобы видеть... радиусе 40 метров. Тренировка закончена, пока. Только верни мне дробовик. Извини, он все-таки мой. Зайди себе свой. Зайди, я тебе кое-что подарю. Так. Как обещал, вот тебе подарочек. Первый конец для твоего личного оружия. Остальное найдешь. Угу, рядом с стрелом лежит твой... Перейдет добряка и компрессора на вершине огника. Так, вот такая яйца гарпуна мне дали. Ну ладно, у меня есть лук. Ой, господи. Я забыл то, что надо вот так вот прицеливаться, а я уже две стрелы потратил.
Хотя можно еще сделать, конечно же. У меня, по-моему, палки еще были, но... А, вот она. Совместить с этим. И еще стрел немножко сделал. А, пожалуйста, очень база, работает. Так. У нас вот коллега серьезно ранен. Вот коллега монтировал электросеть и усиленно ударил током. Мы с Хорна на востоке архипелага. Так, я пойду лучше сюда. Блин, я все не на ту кнопку нажимаю. Так, пустая бутылка. Так, патроны. Еще патроны, самодельные инструменты. Деревянных палок просто тут набрал до безумия. Так, ручной компрессор еще нашел. Так, ну сейчас надо побегать. Почекать, может, еще что-нибудь еще найду. Так, ручной компрессор. Совместить. Ну все, теперь у меня есть собственный дробовик. Так, ну что. Какая-то вам макака имеется с восклицательным знаком. Я чувствую, это намек на то, что надо пожрать. Так, значит, сейчас возьмем дробовик. Как раз патроны имеются, хоть не в большом количестве, но имеются. Ага. Вообще это не ружье, а пистолет. Так ведь, самодельное ружье. Понятно, в общем. Так, в общем, тихо.